Я решила снять, пока мы еще свеженькие. Мы идем на хайкинг Голливуд Сайн, как ты сказала, не очень. И да, я в LA. Мы увидели оленя в каньоне. В общем-то, на хайкинге мы не снимали, но мы сейчас на моем любимом суши-месте. Называется суши-стоп. Здесь просто нереально дешевые и вкусные суши. Смотрите, вот это стоит 2,95. И наши суши. Привет, ребятки! Я снова приехала в Лос-Анджелес. Я безумно рада здесь быть, потому что я просто обожаю Лос-Анджелес. И мне через месяц нужно лететь опять в Нью-Йорк, но я думаю, что я не поеду. Я останусь. Мне кажется, что я приняла решение оставаться в Лос-Анджелесе. И сейчас я вам хочу показать, что мы сделали с моими подружками. Мы сделали блог-журнал, а это тренировка, которую я сейчас хочу делать. Та-дам! Называется Off Duty Magazine, который ведут 3 модели. Вот мои подружки, это я. Тут будут наши посты, которые мы сделали. Здесь еще есть ссылка на мой блог, который тоже новый, который я уже год хочу сделать, но наконец-то я сделала. И наконец-то я сделала первый пост. Как стать моделью? Аутфиты. В общем, наконец-то я доделала это. Блог называется modelinterrupted.com, так же, как и мой инстаграм. В общем, у меня продуктивный период, я стараюсь что-то делать, и я безумно счастлива. Мы едем в аэропорт забирать Дейзи сегодня. Она прилетает. Like this was your hand in the middle of moving. Ребятки, я на кемпинге, мы идем на пляж. Oh my god, my head! I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. I don't know how to sleep, I gotta eat. Сейчас мы готовим обед. У нас на обед супер лососик. Перфрейш. Саш, заворачивай, да? Да. Ребята, знаете, что реально вкусно? Сгущенка с претцелс. У нас утро просто. Ты просыпаешься в этой красоте. На завтрак.
pictures. The awful bug of El Capitan. I'm gonna head out after this. You guys are like such a great team. Lucy's drunk. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes.